меч поменяю. Шайку. Не меняешь меч, не пробовали? Ну да, сюда снимала меча хорошего, которого вот кожаного. А А все равно похож на первого. Вы с собой похож на первого, похож. Да, Да. Сланги. По понятно, смотался тем. Не будем грубо говорить до конца. Там налит уже, все налит. Сынок где-то прилетелся. Ай, сынок, хай гуляй. Ну, ему много пить нельзя. Не может. Он поел, самое главное, он покушает. Приходим больше. А пить баба Саша. Ай, баба Саша. Там взлетает сегодня. Приехал с Минска сегодня. А вы что, ты на папу похож? Мама Света, раз хочу, дай что-нибудь пожрать. Слышишь, дай понюхай, ему хватит, я что понюхаю. Будет долго. Ему зуб. Я потом не уже. Папа его не устраивает. Так, слово предоставляется. Ну ты ж меня не заметил. Жене моего любимого кума. Кум, ну улыбнись, блин. Ой. Я думала, Света меня не заметит. Что? Здорово. Привет. Поздравляю, тебе поздравляю. Желаю не стареть. Что? Я не замечаю. Тише, давай, отключай большой. Днем рождения. Удачи, попутного ветра. И только молодец. Только молодец. Только молодец и молодец. Чего всем присутствующим желаю? Только молодец! Чтоб никогда бы вы не старели, очень долго не болели, и чтоб в вашей жизни личной все всегда было отлично. Поехали! А поздравляю, все понимаешь. Настоящая жена. Где котик? Где котик? Где котик? А ты думаешь, что не настоящая, потрогай. Желаю. Пока живее всех живых. Я ему, короче, всем колхозом собирали на раз полгода. А это мы собираем полгода в школе. Это боится, что не хватит. А то мы собирали на раз. А что наши свои мобильные? Деньги нам дали, знаешь, если хочешь. Забыла. Деньги дали на свадьбу. Вот твой батюшка. Это Лёня, а что у нас свои Башечка, Рушабашенька? Нет. Я представляю Бешикова, хотел кинуться уверенно. Тебе все доступно, ты можешь пойти учиться и будешь. А вот слышно, на руки, а вот теплоточек есть. А не слышал, что лучше эту старушку? Я учусь в духовной семинарии. Не новая баптистка. Так, давайте какое что было другое. Где тарелки? Пас. Жуначка матерая. Ну что? Еще дать? Ну что, начнем. Тише, тише, Михаил Налий. Начнем. Тебе только и руководить. Вот люди, да? Ну, так на работе не руковожу, да хоть тут, блин, поруководить вами, черт возьми. Ну. Что, мне молвить? Мужем нельзя руководить. Ну, да где мне еще руководить? Давай, дружба. Так он не разрешает мне руководить.
Давай, дружок, давай, дружок. Лучшую его жизнь. Тише, тише, тише. Ну что, Равон Иванович? Все молодые. Это надо опыт обеда. Я лишь договорюсь его, пока... Ты что? Хорошо, что? Поздравляю. Хороший ты хлопец. Только дать тебе не мать. Здоровье самое главное. И гроши. Побольше. Ну, грош, а если без грошей? Хороших тебе дорог, ласковых ментол и женщин. Подешевле. А женщинам я скажу, а женщинам я скажу отдельно, наедине. Нет, женщины не ласковые. Чего тебе, Леон Иванович, хорошего? Спасибо. Я тебя люблю и уважаю. Спасибо. Я тебя так. Я в курсе. Вашу любовь, которая... пройдет через века. Спокойно, женщина. Пронесут. Пронесут ее одного в одну квартиру, другого в другую. Появляется на 60. Давай. Давай. За мужскую дружбу. Потому что мужская дружба и женская дружба это... Не вписывается. Нет, она не вписывается. Она женская, мужская, она не вписывается. Но мужская дружба, да, она... всегда крепкая дружба, на века. И женская дружба тоже. Нет. Женская, ну что, я с тобой сегодня дружу, люблю. Так я ж не, так я ж не про твою дружбу с собой. Я ж про женскую дружбу с Надей, допустим, с Мариной, со Светом. А мы сегодня будем спать со Светом? Да. Света, заходи. Так что мужская лучше, потому что мы не пользуемся никакими кремами. Мы моем руки чистой водой с мылом, оказывается. Слышишь? Ну, а, подожди. Ну, подожди. У вас крема свои, натуральные. Ну, дело в том, что самые экстремальные люди, это, оказывается, женщины. Олег. Биологически очень разные. Американский ученый. Ты сейчас заговариваешься. Ага, да вообще. К женщинам самое больше бактерий приклеивается. Знаете почему? Не к деревенским, а именно к городским. Потому что каждый день они пользуются любимыми кремами, а кремы, оказывается, любят бактерии наши. Налипают, потом. Налипают. Это такую сегодня целую историю прочитал у нас в телевизор, что я все поглядел, думаю. Как ты задавился, вот это придумал, думаю, а? Придурок, а? Он сам, надо стремиться. Я думаю, як я думаю, думаю, на эту буду куклу глядеть, которая не по себе ку-ку. Лицо не помажет помадой, ну, я ж не знаю тоже, ну, елки-палки. На эту куклу, як я буду глядеть. На твою не налепливается, ты знаешь, я шведская. Это же человек такое придумал, а? Ну. Это все изучают. А потом выдают на всю страну. И тогда рассказывают на всю страну. Что это все ерунда, что? Олег. Я тебе хочу сказать. Я тебе хочу сказать, что красоту ничего не испортишь. А? Семочки черные. Конечно! Потому что некрасивая женщина, она и не накрашенная страшная, и накрашенная тоже страшная, поэтому... Чтобы пролезать, язык не накрашенный. И косметика это... Асфальт! Это же вообще-то уморазм какой-то, ёлки-палки. Так вы же, сам себе думаю, так вы же придумываете это, значит, вы все это для женщин, для... Слышишь? Олег, самый главный микроб в нашей жизни, в женской, это мужики. Самый главный микроб, который распространяется, который путается мгновенно распространяется, понимаешь? И все отражается это на нашем лице. Если у женщины спокойная, уравновешенная жизнь, она выглядит прекрасно. Понимаешь, если женщина любит. И у нее жизнь спокойная, уравновешенная, без нервозов, она вырезает. И никакая косметика не нужна. Там ее. Наливай. Вы со мной согласны? Да. Нет. Немножко пора
А красоту вообще-то ничем не испортишь, даже косметикой. Нет, я не знаю, кто это сказал. Я не знаю, кто это сказал. И не накрашенная страшная, и накрашенная. Так вот, если женщина немножко накрашенная, она только изюминку какую-то преподносит в своем лице. А если она страшная, так ее хоть накрась ты, хоть не накрась, она все равно будет страшная, понимаешь? Света, не внешность, главное в женщине. Главное... А самое главное...